Роспотребнадзор в рамках национального проекта «Демография» представляет «Здоровое питание». Каким должно быть здоровое питание для детей и подростков? Правила здорового питания, безопасность, сбалансированность, разнообразие и режим актуальны для любого возраста. Но чем раньше здоровое питание войдет в вашу жизнь, тем меньше проблем будет в будущем. Это Ванин младший брат Гоша. Ваня уже освоил азы здорового образа жизни и хочет переманить на светлую сторону брата. Как правило, в детском и подростковом рационе недостаточно молочных продуктов, овощей, фруктов, слишком много соли, сахара и жиров. Все это может иметь серьезные последствия. Среди подростков от 14 до 18 лет избыточный вес и ожирение встречаются у 15%. Среди детей от 3 до 13 лет – у 31%. Как вовлечь ребенка в здоровый образ жизни? Вряд ли Гоше помогут запреты. Гораздо эффективнее организовать питание всей семьи так, чтобы ребенок ел то же, что и все, то есть чтобы вся семья питалась правильно. Дети тратят больше энергии, чем взрослые, поэтому быстрые углеводы в их рационе допустимы. Однако сладкое также стоит ограничивать. Всем будет проще, если продуктов, потребление которых вы стараетесь сократить, просто не будет дома. А вот возможность быстрого и полезного перекуса должна быть всегда. Для этой цели отлично подойдут фрукты и овощи, молочные продукты. У подростка должно быть право выбора, иначе пищевой бунт в виде фастфуда и сладкой газировки почти неизбежен. Привлекайте ребенка к планированию меню и приготовлению еды. Главные правила детского меню. Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться следующих принципов. Разнообразие. Блюда не должны повторяться 2-3 дня. Щадящие методы кулинарной обработки. Варка, тушение, запекание. Меньше соли, насыщенных жиров и сахара. Больше овощей и фруктов. Оптимальный режим питания. Использование качественных продуктов с соблюдением срока годности и режима хранения. А как быть с едой вне дома? Если контролировать содержимое холодильника дома Ване вполне по силам, то как быть с перекусами и полноценными приемами пищи в школе, на улице, после кружков и секций? Желательно ограничить потребление высококалорийной пищи быстрого приготовления. Избыток калорий организм будет запасать в виде жира. Для полноценного развития ребенка и сохранности его здоровья необходимо с самого детства прививать детям правильные пищевые привычки. Если у вас есть вопросы о питании ребенка, вы можете задать их на горячей линии Роспотребнадзора. А чтобы каждый житель России освоил принципы здорового питания, Роспотребнадзор подготовил обучающие программы. Подробности вы можете найти на сайте и в нашем проекте.